Жизнь на сцене красива и часто трагична. Снова ты умираешь, снова ты умираешь. Я поняла, что я уже не могу умирать по-настоящему. Но есть и огромное счастье. Дети. Это самое главное, это самое важное. Не классика жанра. Прима-балерина и трое детей. Дети, кухня, семья, магазин. Ирина Еромкина. Хрупкая и невероятно сильная. Балет для меня – это мой осознанный выбор. На 100% балерина и на миллион мама в новом проекте «Белорусы» на «Беларусь-24».